Всем здрасте. Сегодня показываем игру, называется условно пятнашки. Что это значит? Встаем в круг, когда вот у нас побольше народу, два круга, так один. Задача, вот водящий, любой ногой начинает запятнать по часовой стрелке. Как только запятнал, стоп, так, подожди, дай объясню. Следующий имеет право пятнать только той ногой, которую его запятнали, а другая нога должна стоять на месте, ни в коем случае не уходить никуда. И запрещено захват разрывать. Делаем все в захвате, работаем руками. Так, здесь водящий. А если нога вот эта стоит неподвижно, да, а эту могу двигать? А в принципе, если сдвинулся, по большому счету, значит, проиграл, по большому счету, вон из игры. Ну, по большому счету. А он может пятнать только мою свободную ногу, да? Он может любую ногу пятнать, но той ногой, которую его запятнали. То пятнашки передаются дальше. Ну, давайте начнем играть. Здесь водящий. Приготовились, идем по часовой стрелке. Начали? Рукой-то подтаскивай. Ну, Саша, сразу начинаем. Пошел уже, да? В один круг. Быстрее, в один круг. А теперь у нас два водящих, ну примерно, так, у нас те же водящие, как раз получается. Первый и второй водящий. Начинаем по команде, начинаем по часовой стрелочке передвигаться. Готовы? Одновременно. Вы начинаете, и вы начинаете. Начали! Пятнаем той ногой, которую вам запятнаем. Другая нога стоит на месте. Не имеем права ей шевелить. Захваты не рвем. Захваты нельзя разрывать. Рукой подтягиваем. Если один водящий другого догонит, то если? Один водящий другого догонит. Ну, голимого. Это будет конец игры. Гейм овер. Уже запятнали. Там играем, здесь опять начинаем вот отсюда. Пошел. Чтоб не стоять. Через это вот 15. В общем, даже легкое касание. И начинаем вот отсюда еще то же самое. Пошли. Быстро соображаем. Руками подтягиваем, Саша. Тяни его к себе. Ну, играем. Руками тянем. Стоп, замерли. А теперь взялись под локтевые изгибы. И все, кто сейчас работали, продолжаем работать в том же духе. Именно те же. Только меня не задавите. Начали? Еще не начали. Вот он. Быстрее наступить. Воздуху можно? Даша, вперед, уже. Все, уже запятнали, уже пошел. Уже запятнали. Не разрываем захваты, не разрываем. Так, на будущее. Разрыв захвата, все сжимаются 10 раз. Все? Конечно. Один за всех, все за одного. Я не буду. Что я, да? Нет, съемочный. Ну, так работаем. Давай, что у нас? Давай. Опять догнали? Да, хорошо. Водящий. Ну что? Есть.
Каша мала. Дай я выйду отсюда, пожалуйста. Можно выйти? Уже работает, уже работает. Не разрывайте, ребят. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не разрываем захват. Тогда я выйду. Да. Поплотнее захват, поближе вот сюда, поближе захват, вот сюда. И пищевой просто здесь бежим. Не взрывай захват. Погнали. Да, побежали, побежали, побежали. Быстро. И топтаться, а бежать. Бежать. Саша, бежать, они видели тут, что налю. Ну, а почему так уверен? Круг должен быть. Быстрее, быстрее, быстрее бежать. Быстрее бежать. Еще быстрее! Еще быстрее! Ускорение! Бегом, 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 бегом! Вот пошла, дрожь спина. 10, 9, ускорение, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп, закончили. Одна минута на разминку. Вот примерно так в конце разминочки сделать игру, и народ готов к работе. Ой, шатается как раз. Как раз спарринги начинаются. Все, пока, всем привет.